Теремок ТВ. Дождя. Давайте. Поняли. Да. Поняли. Ребята, знаете, какой сегодня день? Да, сегодня. Какой сегодня день? Я забыл. Да, какой день? Марта, и ты забыла. И я забыла. Как вы могли? Ведь сегодня. Ох, сегодня мне тоже надо работать. Увидимся. Кики, увидимся завтра. Ах, как же так? Как я и говорила, это слишком. Так, я не понял. Какой сегодня день? Мой день рождения! Сегодня мой день рождения! Все должны знать. Они говорят, что не знают. Но, Кики... Ты постоянно шалила и выводила их из себя. Постоянно? Ты повсюду носишься и только и делаешь, что всех пихаешь. Это были просто шутки. Я не хотела. Они так не думают. Я права. Ладно, сейчас не время, Кики. Знаешь что? Ты должна пойти и извиниться перед всеми. Извиниться? Сказать простите? Нет, по-настоящему. Я знаю, простите меня, пожалуйста. Слишком капризная. Я сказала и сделаю. Они отпразднуют мой день рождения, если я извинюсь. Конечно. Ладно, попробую. Все готово. Ребята. Кики, в чем дело? Я хотела извиниться. Извиниться? Да, перед всеми, кого я... Мы сейчас очень заняты, Кики. Так что прости нас, пожалуйста. Что ты там прячешь? Я хотела извиниться. Это уже слишком. Все не так, Кики. Это... как же сказать-то? Вы мне не нравитесь. Кики, куда же ты? Кики! Где мои крылья? Кики, что с тобой? Я не смогу летать без крыльев. Конечно, они упали где-то в лесу. Мы найдем их после дождя. Оставьте меня! Кики! Кики, прости, мы опоздали. Мы долго искали и, наконец, нашли твои крылья. Вот они. Крылья! Эй! Спасибо! Кики, с днем рождения тебя! Мы готовили для тебя сюрприз. Надо же! Большое спасибо! Правила движения. Все такие медленные, я засну. Я намного быстрее тебя. Погоняем. Давай. Прости, ты цел? Ты меня напугал.
но все хорошо. Ты плохой водитель. Превышать скорость нельзя. Я больше не соревнуюсь с тобой. Повторишь такое, попадешь в беду. Не попаду! Спиди легкомысленный? Разве он не усвоил урок капитана Форса? Запрем его, если он не понимает. Но Спиди еще ребенок. Если что-то случится, будет поздно. Я с ним поговорю. Спиди, ты обещал больше не хулиганить. Да, но это же были гонки. Там не было гоночного трека. А где он вообще есть? Скажи, пожалуйста. Знаешь... Не шути со мной, Хэппи. Это не по-дружески. О, Спиди! Хэппи, послушай нашего совета. Хэппи, оставь его в покое. Может, устроим еще одну гонку? Хэппи, ты хороший ребенок. Но Спиди мой друг. Не надо его запирать. А может быть, есть другой выход? О чем ты? Есть идея. Посторонись! Спиди, ты арестован за превышение скорости. Что? Арест? Да, поехали в участок. Что такое, малыш? Тебя поймали? Ну все. Ничего страшного, все будет хорошо. Я не хочу, чтобы меня здесь заперли. Спиди, посетитель. Кто это? Я не думал, что тебя посадят. Какая жалость. Прости меня. Это же неправда, да? Конечно, правда. Ты никогда отсюда не выйдешь. Что? Ты больше никогда не будешь ездить с нами по дорогам. Как же так? Ты же шутишь, да? Я предупреждал тебя, и не раз. Майкл Рей сказал, что выигрывает лишь тот, кто следует правилам. Я больше не буду. Я буду следовать правилам и не превышу скорость. Выпустите меня. Ты должен сдержать слово. Да, конечно. Ладно, выходите все. Вы мне солгали? Нет, я правда собирался тебя посадить, если ты не исправишься. Но мы всем даем второй шанс. Надеюсь, это послужит тебе уроком. Да-да, я исправлюсь. Я хочу быть гонщиком. Правда? Наконец-то Спиди будет следовать правилам. Без правил нет гонщиков. Важная работа. Привет, Свипер! Как дела? Никак, оставь меня. Ничего, я помогу, если у тебя проблемы. Не переживай. Ты знаешь мисс Доктор? Да. Она идет на помощь, кто бы ни пострадал. Ты цел? А знаешь пожарного? Да. Он сразу тушит любой пожар. Помогите! Помогите, горю! Я иду! Они могут превратиться в робота-спасателя. Да, точно! А знаешь, какая у меня работа? Ты уборщик! Собираешь мусор с улиц и вывозишь его. Я прав? Но это не такая хорошая работа, как у них. Надо помочь Свиперу. Свипер не уверен в своей работе. Иногда я чувствую то же самое.
Я тебя не понимаю. Ну, достаточно просто делать свою работу. Да, ты прав. Но что нам делать, чтобы помочь свиперу? Собирать мусор – это очень хорошая работа. Собирать мусор? Хэппи, ты справишься, как всегда. На этот раз это сложно. У нас есть старший по уборке мусора. Старший? Это правда. О, ракетодром! Привет, Джип! Давно не виделись. Да, ты все время в космосе. Кто это? Позволь представить, это мастер Хэппи. Эй! Он уборщик мусора. Литл Рокет. Привет, Хэппи. Свипер. Не называй меня уборщиком. Мне стыдно. Стыдно? Почему? Потому что убирать мусор бесполезно. О чем это ты? Убирать мусор здорово! Но... Я буду убирать мусор в космосе. Что? В космосе? Точно! Убирать мусор в космосе. Космический мусор – это отходы, производимые спутниками. А моя работа – ловить его и отправлять обратно на Землю. Ох! Нет времени, мне пора. Увидимся. А зачем убирать мусор в космосе? Мы не можем летать, если в космосе грязно и валяется всякий мусор. Только Литл Рокет может поймать космический мусор. Свипер, давай посмотрим. Литл Рокет скоро стартует. 3, 2. Надо же! 0. Ух ты! Ракета! Ура! Если бы не Литл Рокет, то Землю окружала бы куча мусора. На Земле та же ситуация, Свипер. Ты хорошо все убираешь. Спасибо. Да. Теперь я полюбил свою работу. Не горюй. Бадди, что с тобой? Мне нечего делать. Мне скучно. Ясно. Что это? Ты вздыхаешь? Я так ничего хорошего и не сделал. Да ладно, перестань. Перестань! Я не могу тебе рассказать. Хэппи, кажется, Бадди плохо. Может, поможешь ему? Это не так просто. Я не смогу, если он не расскажет мне, что случилось. Это так раздражает! Бадди все время вздыхает! Спиди, что ты думаешь? Откуда я знаю? Может быть, он проиграл гонки? Наверное, Кики знает. Возможно, у Бадди нет друга, и ему скучно. Это так? Что-что? Возможно, но я не уверена. А кто может знать? Спросите у Джипа. Бадди плохо, потому что слишком много работы. Работы? Я говорил ему, предлагал отдохнуть, поехать куда-нибудь на пляж или в горы. Правда? А давай с ним поговорим. Просто беда. Бадди, давай вместе поиграем. Бадди, давай поиграем. Бадди. Бадди. Ты слишком устал, тебе нужен отдых. Так что мы здесь. Отдых. Мне нравится работать. Но не перетрудись, Бадди. Я не перетружусь. Я же отдыхаю, верно?
Верно. Вы не можете мне помочь. Пожалуйста, оставьте меня. Я же говорила, просто беда. Давайте играть, оставьте его. Точно, пусть отдохнет. Пойдемте. Я поговорю с ним. Эй, можешь одолжить мне верхний этаж? Верхний этаж? Зачем? Он очень классный. Правда? Он классный? Только нет ничего хорошего в том, чтобы ездить со вторым этажом. Да, только у Бади есть второй этаж. Я всегда так и думал, да. Только у меня есть второй этаж, да. Точно. Спасибо, Хэппи, мне гораздо лучше. Хэппи, что происходит? Я просто следую советам. Может, он проиграл в гонках? Возможно, у него нет друга, и ему одиноко. Но Бадди с этим не соглашался. Конечно, нет друга. Странный парень. Никто не признается, что ему одиноко. А ты что, похвалил его? Угу. Двухэтажный автобус, ла, это здорово! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мечта! Хэппи, я думаю, ты очень умный. Да? Джип, ты меня внезапно удивил. Я подумал, ты же всегда с радостью всем помогаешь. Да, я за всех волнуюсь, не могу иначе. Помогать другим – это непросто. Ты молодец. Да! О! К нам едет Майкл Рис! Что? Болид F1 Майкл Рис! Я его поклонник! Спиди мечтает стать болидом! Если я его увижу, возьму у него автограф и сфотографируюсь с ним! Жду не дождусь! Тебе что, не интересно? Дело не в этом. Что такое? Это так странно! Кики, у тебя есть какая-то мечта? Конечно, я хочу летать дальше и выше и облететь вокруг Земли. Это здорово. У каждого есть какая-то мечта. Мечта. Если у тебя нет мечты, тебе очень скучно. Да, скучно. Что с тобой? Эй, дядюшка Трактор, давно не виделись. О, Хэппи, что ты здесь делаешь? Дядюшка Трактор, у тебя есть мечта? Мечта? Я машина преклонных лет, но когда я совсем состарюсь и не смогу так работать... И что тогда? Я перееду на пляж, превращусь в лодку и буду перевозить туристов. Да уж, это мечта. Здорово. Эй, Хэппи, ты куда уходишь? Эй, дружок, подскажи, это Чичиленд? Вы? Майкл Рейс? Ты меня знаешь? Да, совсем немного. О, спасибо. Чичиленд в ту сторону. Покажешь мне дорогу? Ладно, покажу. Что такое? Ты грустишь? Это все мечты о будущем. Мечты о будущем? Все мои друзья думают о будущем. И все мечтают. У каждого есть мечта. Да, но не у меня. Потому что ты еще не начал мечтать. А? Когда я был маленьким, тоже не знал, кем стану. Да. А теперь вы чемпион гонок. Потому что я пошел этой дорогой. Оу! Пошли этой дорогой? Я очень люблю быструю езду, и у меня появилась мечта ездить вместе с другими. Да, мечта! Что бы это ни было,
Всегда делай только то, что можешь. Помогать другим – это непросто. Ты молодец! Спасибо, мистер Майкл Рейс. Да? Ты повеселел? Ура! Я нашел свою мечту. Кстати, а что вы здесь делаете? А, некто мистер Джет отказался вступить в ассоциацию самых быстрых, которую я основал. О! Сегодня он в нее вступит. А? Я знаю дорогу. Извини. А? Спасибо, Майкл Рейс! Сидилэ! Надежда на завтра. Помощник! Да, я мечтаю быть тем, кто помогает другим в беде. Это так скучно. О. Правда же? Это каждый может. Скучно? Ты так думаешь? Да. Капитан Форс, что случилось? На дороге пробка. Надо помочь. Мы тоже. Пойдем. Да. Помогите! Я падаю! Я падаю! Помогите, я падаю! Эй! Это робот-спасатель! Не бойтесь, мы вас спасем! Давай, вагончик! Я этого не выдержу! Нам одним не справиться! Нам не выбраться! А вот и мы! Да, Чичи-сила, изменись! Эй! Слишком тяжело! Кики, у них не получается! Нам нужна помощь! Кики! Никак! Вагончик слишком тяжелый! Я не так сильна! Да! Мы получим помощь! Чичи-сила, изменись! Меня кто-то звал? Меня зовет Хэппи! И меня! Это Хэппи! Туда! Я нужен Хэппи! Надо скорее помочь! Я этого не выдержу. Давайте, держитесь. Друзья идут вам на помощь. Хэппи, остановись. У тебя же не хватит топлива. Нет, я не сдамся. Я должен помочь. Хэппи, мы здесь. Хэппи, мы здесь. Ребята, давайте изменимся. Чичи-сила, изменись! Кто отважен и силен? Что это? Робот-динозавр! Кто находим и умен? Хэппи, мы идем! Что мне делать? Изменяйся! Чичи-сила, изменись! Рассчитываю на вас. Иду. Давай. Да, помоги. Мы помогли. Да. Все целы? Это здорово. Отлично, маленький робот. Спасибо, робот. Ну, робот-строитель, починим дорогу. Ладно. Как ты? Кики, тебе понравилось помогать? Кажется, это правда важно. Я очень счастлива, мне понравилось. Конечно. Хэппи, у тебя прекрасная мечта. Осторожно, огонь. Помогите! На помощь! Танк Джуниор, ты спишь? Только проснулся, а ты?
Пойду поиграть на пляж. Осторожно, может быть шторм. Будь начеку. О! Сегодня не будет дождя. А если будет, буду осторожен. Хэппи, давай поиграем посреди моря. Да, здорово. Пошли. О, пошел дождь. Будь осторожен, может быть шторм. Литл Марин, нам нужно вернуться. Наверное, будет шторм. Ладно, давай вернемся. Надо же, мой сон сбылся. О нет, Кики в опасности. Ты лжешь. Ты попадешь в беду, не летай. Я не верю, все равно полечу. Не верю в твои глупые сны. Я пошла. Прости, не туда залетел. Сны танка Джуниора снова сбылись. Не буду быстро ездить. Безопасность прежде всего. Сны танка Джуниора сбываются. Я же сказал, что не буду быстро ездить. Эй, Спиди, впереди Майкл Рейс. Спиди, безопасность прежде всего. Главное, безопасность. Отлично. Мои сны сбываются. Верьте в мои сны. Танк Джуниор! Танк Джуниор! Они боготворят танка Джуниора. Сны танка Джуниора предсказывают будущее. Дайте мне немного поспать. О нет! О нет! Не может быть! Земля в огне, горим! Помогите! Что делать? Успокойтесь, мы справимся! Хэппи, что делать? Я не знаю, такого я не ожидал. Танк Джуниор, когда? Что когда? Когда земля будет в огне? Сегодня ночью. Ночью? Это еще не скоро. Значит, ночью, ясно. Вот ночью и поволнуемся. Ладно, надо работать. За работу! А как же мое пророчество? Ночью будем готовы к пожару. Да. Но ведь я сказал вам правду. Тогда неудивительно, почему Кики тут кружится. Это имеет смысл. И в море опасно. Будем осторожнее. Да, и это тоже правда. Что? Значит, все пророчества – обычные события? Ну, я же говорю, мне это правда снилось. Лжец! Танк Джуниор, я думаю, ты поступил верно. Неужели правда? Да, не надо ни к чему относиться легкомысленно. О, я понял. Буду и дальше рассказывать вам свои сны. Я думаю, лучше не надо. Мусорный монстр. Свипер, как ты? Я простудился. У меня голова болит. А ты поспи, станет лучше. Не могу, мне нужно убирать улицы. Отдохни, а мы тебе поможем. Спасибо вам за заботу. Я сделаю перерыв. Что ты будешь делать? Я соберу мусор в одну кучу и выкину его. Да, так и сделаем. Тут слишком много собирать. Конечно же, кто-нибудь подберет и выбросит. Всем привет! Здесь нельзя выбрасывать мусор. Ну что же делать? Почему это тут столько мусора? И его все больше и больше. Что там? Этот мусор. Почему его не убирают? Хэппи, ты идешь? Спиди, разберись с этим. Не
не сердись на меня. О, я впервые так напуган, но я уже к этому привык. Как вы могли? О, на улицах такая грязь, да уж. Где джип? Этот парень любит чистоту. Может, он уже уехал? О, что нам делать? У меня было странное чувство. Что-что? Мусор пропал! Хэппи, вы его нашли? Сегодня утром пропал весь мусор. Пропал? Что это за звук? Капитан Форс, к нам движется огромный монстр! Очень страшный и опасный. Монстр? Да, вон там! Скорее! Зачем? Остановим его! Ну как? Что будем делать? Изменимся! А поможет? Литл Марин! Кичи сила, изменись! Стой! Стой! Ой! Джип! А? Хэппи, тебя тоже проглотили. Джип, что тут творится? Не знаю. Я убирал мусор и... Чичи сила вышла из-под контроля. Только не это! Монстр! Отпусти их! Стрелять нельзя, я могу их поранить. Что будем делать? Если ничего не сделать, монстр будет вредить дальше. Что делать? Как поступить? У меня идея. Нужно собрать блоки из моря. Дайте передохнуть. Если мы быстро не уберем мусор, этот ужас повторится снова. Чичилэ! Важный груз. Всем привет! А вот и мы. Все. Что не так? Хэппи, у нас большие проблемы. Даже ты не сможешь помочь. Это просто ужасно. Что случилось? Мы везли товары на север города, но когда добрались туда, нам просто было некуда сесть. Там нет посадочной полосы. Там даже вертолету негде сесть. Что нам делать? Это настоящая головная боль. Не волнуйтесь из-за таких пустяков. Давайте я доставлю товары. Быстро и без проблем. Нет, что ты, это наша работа. Да, думаю, ты их точно потеряешь. Кики, позвольте ему помочь. Так шумно, отвезу их туда. Он пропал. Мы должны ему доверять. Думаю... Все будет хорошо. Но он не знает, куда нужно ехать. Ситуация осложнилась. Привет, Спиди! Что делаешь? Что? Что же я делаю? Интересно. Нет, это наша работа. Я думаю, что ты точно потеряешь груз. Я ни за что не сдамся. А? Что происходит? Куда ты помчался? Есть идея, ребята. И во всем виноват Спиди. Да нет же,
Он просто хотел всем помочь. Мы слишком строги к нему. Правда? Угу. Ну а что теперь делать? А может быть догнать его, а? Но как мы это сделаем? Спиди очень быстрый. Если мы найдем его, то покажем ему дорогу с воздуха. Да. Найдем его и покажем путь с воздуха. Угу. Это невозможно. Правда, что же делать? О, у меня идея! Поделитесь со мной силой. Чичи, сила, измени! Найдем его! О, что же делать? Я не могу вернуться в аэропорт и не знаю, где находится город. Спиди! Езжай, куда указывает стрелка! Следи за стрелкой! Что? Надо ехать! Хорошо, поехали! Помыть танк. Какой сильный дождь. Будут проблемы. Танк Джуниор. Доброе утро. Какой хороший день. Доброе утро. День и правда хороший. Эй, стой! Стойте оба! Что вы делаете? Поиграй с нами, Кики, это весело. Нет, пожалуй, совсем не хочу пачкаться. Подумаешь, это же для веселья. Ты грязный, никто не будет с тобой играть. Тут грязно, поехали. Как тут грязно. Ух ты, какая грязюка, надо объехать. Что теперь делать? Помойтесь скорее. Как нам отмыться? Понял. Надо потереть губкой. Эй! О! Это просто! Смотри на меня! Кажется, я чище, чем раньше. Дайте попробовать. А тебе зачем? Ты же не грязная. А как сейчас? Не знаю, что с тобой делать. Отлично! Ты очень красивая, Кики! Помогите очистить грязь. Ладно! Все, Танк Джуниор, ты такой большой. Хочешь сказать, я останусь грязным? Ты такой грязный, что уже некрасивый. Сегодня зеленый танк стал коричневым. Давайте его завернем и бросим. Перестань реветь. Прости, это было слишком. Хэппи, что мне делать? Ты слишком уж большой. Понял! Чичи, сила, изменись!
Джуниор, я тебя помою! Надо же! Ну вот! Красиво! Помогите и мне! Но ты же абсолютно чистая, Кики! Мне все равно! Хэппи, помой меня! И меня! И меня, и меня! Вставайте в очередь! Зачем ты опять испачкалась, Кики? Потому что есть Хэппи! Следующий! Ну вот и хорошо! Кажется, мне больше незачем волноваться о дожде!